упражнение. Подъем гантель перед собой на переднюю дельту. Исходное положение. Руки перед собой, кисти повернуты внутрь на себя. Работаем большим пальцем кверху. Рука в локтевом суставе слегка согнута, корпус фиксирован. Не раскачиваемся корпусом. Выполняем подъем гантель до уровня глаз. Локоть отпущен у нас к низу. Выдох. Возвращаем гантели до бедра для того, чтобы не вводить нагрузку из дельта. Выполняем плавно подъем за счет мышц, не допуская рывка. При подъеме выполняем выдох. И достаточно.